Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня мы посмотрим демку Son of Horror. Песня страха. Мне уже, честно говоря, боязно. Но благо я, вопреки всем своим идеям, играю в ужастик не ночью, а днем при свете дня. И думаю, ничего страшного произойти не должно. Итак, начинаем новую игру. Да. Так, у меня есть геймпад, значит, и можно клавиатурой. На чем проще будет? Геймпаде или клавиатуре? Open close. Меню. Open close inventory. Listen door. Лучше я на клавиатуре буду. Так, RE, R, listen, слушать, E, interact, толкнуть дверь, J, open or close, J, open or close, documents, Q, use item, an inventory, a menu, I open or close. Shift run. Боюсь, что мне этим шрифтом придется часто пользоваться. Hello? Привет. Глава первая. Пошли дальше. Вот фак, опять в домах каких-то и в темноте. Как я не люблю это. Боже. Так, ну а чё я вообще пришёл в этот дом? О, послушать можно. R слушать, я помню. Вроде ничего. Зайдём. Как открывать? Я забыл. Так. Где? Так, свет не работает. Ты дверь открой, а не свет включай. Так. Я могу посмотреть на предмет. So there's a phone house. Есть телефон в доме. Хашер должно быть был здесь, когда я звонил ему. Каждые 30 раз. Дом Хашеров. Твою мать. Что мы видим? Хорошую картинку, хорошую прорисовку, хорошее движение. А, блядь! Так, успокоиться. Послушаю. Там что-то звякает. Нихера я туда не пойду. Надо слушать или нет, если я там уже был. Наверное, можно сюда. Лучше я вернусь. Это что? А и зачем я открыл? Послушать надо было сначала. Видимость, я кого-то ищу. Романы. Неужели у них нету в гостиной телевизора у этих людей?
Вроде спокойно все. Так это я пришел туда, где был. Есть еще одна комната. Вроде чисто. Какой-то чудненький хайку, и что тут написано? Faceless figure, безликая фигура, тень персоны, которая не существует. Ну, это понятно. Экспертизу. Что тут у нас? Немного спичек есть в этом коробке. Я, пожалуй, использую. Тесты на функциона не функционируют. Это что? Сигареты полувыкурены все. Может, а тут еще не все изучил. Стол накрыт на шестерых, но на них, но они неплохо покрыты пылью. Хочу на канделябр посмотреть. Эти свечки освещают комнату. Больше, правда, дыма от них. Освещают, да, как же. Тут ее. Часы. Дедушек и бабушек были примерно такие же. Все, я здесь останусь, я никуда больше не пойду. Ну, эти столовые приборы были наполовину убраны. Еще тут много комнат.
Глоток. Материал выглядит крепким. Но бывает да эстераквей. Я не понимаю по-французски. Боже ж ты мой. Что это за неприятная вонь? Никто не мыл всякую утварь, и они выглядят очень хреново. Ой. Как долго они здесь пролежали? Букварь. Вода, соль, перец, цитрик, поваренная книга. Русской кузины. Традиционной русской кузины. А, блядь! А что теперь делать? Убегать надо или что? А он умеет бегать? А, да, шиф. Я ухожу. А, блядь! Уходи. Доебалась. Ой, ёб твою мать! Тенго зе мудро в Амбер, что-то надо сделать. Спички, как использовать, я не помню. Инвентарь и юз инвентарь. Платком её. Ошарашим. Ошарашил? Нет? Ни хрена. Наквенда, забори. Дэниел не справился. Черт возьми.